нужно формировать среду, в которой город был бы благоприятен для проживания, а компания хорошим работодателем. Поэтому университет должен обрести новую жизнь. Мы договорились, что компания примет активное участие в развитии института. Для города это очень важно. Если институт будет развиваться, в нем будут обучаться наше молодое поколение. Чем больше здесь будет оставаться молодежи, тем для города лучше, для компании лучше. Искренне надеюсь, что теплое совместное сотрудничество с компанией у нас продолжится. И мы об этом уже говорили с Владимиром Олеговичем, что есть ряд мероприятий, в том числе и в социальной сфере, которые требуются городу к реализации. И совместными усилиями, я думаю, мы продолжим их реализацию.